Девоньки, всем доброго вечерочка. Как и обещала, пошли мы тестить эту толкалку. Так, сейчас муж соберет мусорку. Сразу же будем мусорку вывозить. Сейчас я попробую разгребсти тротуарчик. Вот эта штукенция, где она? Девочки, плохо видно. Ой, так она легкая. Я думала, она железная, как знаете, как раньше в старину. Железная. Так. Сейчас открою, что-то открыть не могу. Сейчас, девоньки. Ой, господи. Так, вот она. Я не знаю, девоньки, как она называется, вот эта штукенция. У нас снежочек идет. Сейчас вот я, может, на свет попаду. Ну-ка, где лампочка? Вот видно? Нет, девоньки, смотрите. Снежочек идет, так хорошо на луке. Сейчас оденем варежечки, на которые я вам уже обзорчик делала. Сейчас будем гребсти. Вот этот тротуарчик длинненький. Этот вот. Замечательная погодка. Сейчас погребем, попробую все. И пойдем мы с мужем вывезем мусорку. У нас там два пакета мусора. И мойка, которую вот мы меняли, которая лопнула, тоже ее выкинем. Сначала хотела ее оставить под какие-нибудь, ну, цветочки, не знаю. Потом подумала, у меня вон есть цветники возле дома и в огороде. Не надо мне лишнее. Собирать это не надо. Так, сейчас муж выйдет и будем гребсти. Не знаю, но она какая-то легкая. Я почему-то думала, она как раньше, помните, железные и тяжелые. Сейчас муж. Так, все идет, сейчас будем тестить. О, да. Сейчас, девоньки, наденем варежочки. Варежочечки. Такие варежочечки. Ну, греби, греби. Нет, ты пробовал? Греб... Я не буду ничего говорить. Я же удалю сейчас запись. Разгоняемся. Сразу же шестая. Так, это что, туда? Ну, в общем, удобно. Так-то удобно. Удобная. Я буду ею работать, девочки. Тоже буду грести. Пошлите вывозить мусорку. Мусорку пошли вывозить, муж. Муж улыбается. Все? А что ты? Что, девоньки? Все, протестила. Мне понравилось. Удобная штукенция. Пошли мы мусорку вывезем. Мойку эту выкинем. Все, и домой пойдем. Сейчас, наверное, девочки, распаковочку вам сделаю. Сегодня опять кое-что прикупила. По мелочам. Ну как по мелочам? Хорошую штукенцию купила. Давно хотела. Дарить такое нельзя. Приходится самой покупать. Вот. Еще кое-что прикупила. Сейчас домой приеду. Чаю с лимончиком попью. Или кофейка со сливками. И буду делать, может, обзорчик.
подарки. Мне надо уже паковать край. Край, девоньки, край. Уже надо паковать, убирать. Начинать бокалы все доставать, перемывать. Так, ну что, мы подходим. Сейчас мы выкинем и домой. Ну что, девоньки, ждем распаковочки. Следим. Муж меня везет в тачанке. Да, Саша. Я не могу. Я такой кадр первый раз вижу. Девоньки, как классно. Ой, блядь. Ну все. Ну что, девочки, вы видели все. Решили мы прогуляться, сходить до Магнита. Муж хочет мороженки. Идем, мы сходим, прогуляемся. Пришла я домой, сняла ботинки. У меня на ноге полтора носка. Одного носка вообще нет. Он у меня в ботинок. В ботинке остался. Второй. Пойдем на тротуар. Второй одет только на пальцах. Носки переодела. То ли резинка слабая, то ли что, не знаю. Так, пошли мы за мороженым. Такое снегопадище идет. Ужас. А пришла домой сейчас. Так у меня шапка под коркой покрылась. Вот. Купим мороженое. Придем домой. И начну, девоньки, я все-таки, наверное, начинать надо паковать подарочки. Ну все, девочки, всем пока-пока. Девоньки, как и обещала, показать при первой возможности горник мужа. Черные штаны, верх черный, в середине белая, голубая полоса. Муж, конечно, всячески брыкается, ну, разрешил. Так что, девочки, вот такой горничек, говорит, очень теплый, мембрана хорошая.